Бывший губернатор Аляски Сара Пейлин отправилась в тур по Америке со своей новой книги «Good Tidings at Great Joy» – «Protecting the Heart of Christmas» – «Благая весть и великая радость, защищая главную суть Рождества». В книге, которая вышла в ноябре, она поднимает вопрос коммерциализации главного праздника страны – Рождества, а также говорит о христианских ценностях, сообщает христианский мегапортал Invictory.com. В книге Пейлин не только рассказывает, как в ее семье праздновали Рождество, но и критикует коммерциализацию и обесценивание, которые стали присущи этому счастливому празднику. Кроме того, она утверждает, что празднование Рождества в Америке находится под угрозой из-за атак разъяренных атеистов, которые намерены уничтожить религиозную свободу. Она уверена, что ведется война против Рождества. Сегодня стало политически некорректным напоминать о том, что Иисус является главной причиной празднования Рождества. Политически корректные правила говорят нам, что мы должны изгнать Христа из Рождества, но мы говорим нет. Хватит пугать нас политкорректностью, мы хотим пользоваться своей свободой вероисповедания, говорит Пейлин. Стоит отметить, что в штате Пенсильвания, в городе Бетлехем, на встрече в рамках своего тура Пейлин была одета в толстовку с надписью «Это нормально, пожелать мне счастливого Рождества».